На конкурс дети читают стихи. Кашина Кристина, 13 лет. Румянцева Майя Александровна, почтальона 41-го года. Тетя Варечка, тетя Варя, не носи похоронки в хаты. В каждом доме за каждой дверью с фотографией глядят солдаты. Лучше спрячь ты бумагу белую, за порог не надо носить. Говорят, что сейчас на базаре трудно черный платок купить. И в селе у нас через хату ходят женщины в черном трауре. И в селе у нас через хату на портретах ленточки алые. Бабы бойкие, бабы тихие, наш листок и в голос заплачут. Не носи похоронки в хаты, ты под черным платком припрячь. Подходила к крылечку тихому, у порога долго стояла. Тетя Варечка, тетя Варя, отчего ты